Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, и сегодня мы поиграем в игру, которая называется «Котик-рыбак» или же «Поймай рыбку, если сможешь». Поехали. Так, проверить почту, говорят нам. Привет, дружище. Как там твой остров? Ветер мешает? Надеюсь, твой дом еще не смыло. Может, теперь там все по-другому? Береги себя, по скриптум. Моя удочка не у тебя? Все подтверждено. Так, сохранение идет. Так, это наша лодочка. Я так понимаю, да? С драным флагом. Короче, кот решил по ходу дела пойти на рыбалку. Говорит, пора на рыбалку собираться. Ну что же, пойдем. Ух ты, как прыгнул-то он. Я боюсь, эта лодка рухнет в любую секунду, а он так на нее запрыгивает. Обычный день. Первый. Так, что мы должны с тобой делать? Коснись и удерживай для прицела. Отпусти для выстрела. Ты постоянно потребляешь воздух. Стрельба также требует расхода воздуха. Для комбо попадите в рыбу несколько раз. 10 комбо и больше улучшает параметры на 50%. Как только воздух иссяк, охота окончена. Поймай как можно больше рыб, пока есть воздух. Все предельно ясно. Оу. Да ну хватит. Ага. Ну я рыбак со стажем, господи. Ты посмотри. Да как так... Рыбачок тоже мне нашелся. Всего лишь два комбо я поймал. Ага. Вот, та рыба что-то хочет сказать мне. Сказать хочет мне что-то. Куда вы поплыли? О, о. Все, ребята, воздух кончился, видимо. Слушай, ну мне понравилось. Так, что у нас тут за улов? Я поймал всего лишь 6 рыбешек и за это получил 116 монеточек. Это мы с тобой находились в данный момент в рифах. Так, и что же я могу делать? У него урчит в животике. Я это слышал. Ты так много рыбы. Так мы много рыбы не наловим. Ну что ж, домой? Ну пойдем домой. Нужно увеличить кислородный бак. Воздуха будет больше. Так, старый баллон. Давай. Типа теперь у нас воздуха будет побольше, верно? Не забудьте упаковать запчасти. Ох ты, электробомба, наживка, большая сеть. А у меня ни на что не хватает. Ну что ж, в море. Ну а что еще нам остается делать? Пора на рыбалку, конечно. Конечно, что же нам еще делать? Денежек мы с тобой... О! Мы с тобой находимся в рифах. Потом пещера. Водорослевый лес. Ледник, котопия. Ого, друзья мои. Вот это круто. Изумрудный берег, полный разноцветных кораллов. Тут живут в основном тихие рыбки. Как раз для меня. Я обожаю тихих рыбок. Ловим, ребят. Надеюсь, на этот раз будет получше. Про запчасти. Перетащите нужные запчасти. Выбрасывает кусок наживки, который в течение 5 секунд приманивает рыб в радиусе действия. Это наживка. Про большую сеть. Выстреливает сеть для ловли рыбешек в радиусе действия. Вот это хорошо. Про электробомбы. Оглушает рыбок в радиусе действия на 3 секунды и снижает их защиту в 2 раза. Ух ты. Давай проверим. Ага. Я понял. А сеточка как работает? Ух. А, подожди, мало рыб. О, что это такое? У меня не достает до туда крючок, ребята. Точнее, ой. Да что ты будешь... Ну, дайте мне поймать. Да, блин, осетрина какая здоровая. Они меня специально тут дразнят, да? А я почему-то, ребята, не могу ее поймать. Видимо, слишком слабенький у меня крючок. Твою же налево. Блин, прикольно, но... Все так быстро это происходит. Так, на этот раз я поймал 10 рыбешек. Все равно неплохо.
приветственный подарок. Так, один день 2000 монеток, на второй день корги, на третий день куча металлолома. Подарок каждый день. Конечно, я хочу получить награду. О чем вы говорите? И, ребят, теперь у меня 2330 монеточек. То есть я могу, наверное, неплохо здесь прикупиться. Так, смотри-ка. Пеликан принес мне... Ага, если я посмотрю рекламу, то мне дадут 30 металлолома. А что у нас в ящике? Это мы, по-моему... А, нет. Привет, дружище. Сегодня случилось нечто невероятное. Я увидел желеобразное розовое существо с кучей ножек и чуть не умер, пытаясь его поймать. Эти штуки бьются током. И если увидишь розовые штуки, будь с ними аккуратней. Пока-пока. Валерьянка сегодня. Новости океана. Погода отличная, волны приличные, хороший день, не хуже других. Пора на рыбалку. Рыба ждет. Соглашусь с вами. Так, почту мы с тобой прочитали. В общем, сегодня будет хороший день, как нам сказали. И у нас пишется, что мы можем что-то с тобой улучшить. Гарпун. Гарпун-кошка. Тип пистолет. Обыкновенный гарпун, высокая скорострельность. И знаешь, что я хочу сделать? Я хочу его прокачать. О, ой-ой-ой, 2000 стоит следующая прокачка. Что так дорого? Протыкание всего лишь чуть-чуть прибавилось, да? И всего по чуть-чуть, короче. Он у меня след... Оу, а тут... Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Найс. У меня аж слюна потекла от такого изобилия, ребят. Тройной гарпун 3000 стоит. Дорого. Но я куплю его рано или поздно. Так, я хочу улучшить баллон, потому что вот кислород кончается не вовремя на самом деле. Только, как говорится, разошелся и все. Блин, я опять забыл про наживки про эти. Ладно, пока у меня есть вроде бы там. Ну что? Так, подожди, а что тут у нас рыбка вот? Поймай большую рыбу. Ловит рыб больше максимального размера и каждый раз делает еще 5 деталей. Ага. То есть мы с тобой можем, ну, ловить крупнее и крупнее рыбу. Так, поймай всех рыб. Ловит всех рыб в выбранной области и дает кучу деталей дополнительно, 100%. Ого, ледок. Это я такую вот рыбку поймал, да? Награда, говорят, забери 5 запчастей. Максимальный размер 12,5 сантиметров. Цена 20 долларов, поймано 16 штук. Эта рыбка холоднее, чем вода, в которой она плавает. Лучше всякого мороженого. Поэтому и называется эта рыбка ледок. Вот оно что, ребята. Будем теперь знать, что есть такая рыбка. Ну что, я думаю, что пора нам на рыбалку. А вот этот котик, да, это наш, я так понимаю, наверное, племяшка. Он ждет вечно нашего дядю, нас точнее, да, когда мы принесем ему вкусненькой рыбки. Пойдем-ка мы с тобой порыбачим еще чуть-чуть. В рифы, конечно же, в рифы, вперед. Тут у нас очень много вкусной, хорошей рыбы. А как же мне поймать вот эту вот медузу, которую они так боятся? Я могу вот так... А, подожди, знаешь, что делать? Вот смотри, наживку бросаем. А в этот момент вот так вот... Ой! Во! Ты понял? Вот это вот хорошее было дело. Блин, вот она, это, ребят, медуза. Я могу ее приманить? Она не клюет, она, ребят, не ведется. А у меня не достает до тут. Дай-ка я вот эту рыбку поймаю. Блин, почему не могу ее пробить? Уплыла, ты понимаешь, она уплыла. Е! Нет, не е. Нет, поймал я ее, друзья мои. Я поймал ту новую рыбку. Вот она, медуза эта. Ой! Все, я понял. Ее лучше не ловить, потому что она бьется током, друзья. Ох, смотри. Нет, я не буду продолжать. Ты видел, какая там рыба появилась? Рыба-пузырь или что-то типа того? Вот. Блин, она вышла под самый конец, когда у меня уже закончился кислород. Ну что, мы с тобой сегодня поймали... Ага. Значит, все-таки отметилась она у меня, да? Смотри, 399 голдишки мы с тобой получили. Итого 536. Слушай, наши рыбацкие, как говорится, навыки растут с каждым шагом, с каждым уловом, с каждой рыбалкой. Эй, дружище, попадались ли тебе рыбы-бабочки? Она ужасно жадная, ворует еду у моих пойманных рыб. Некоторые рыбы так делают. Смотри в оба, чтобы защитить свою добычу. Что еще за рыба-бабочка? Так, что у нас есть? 536 монет. И, видимо, тут какой-то рекорд у нас с тобой, да? Ледок мы уже видели, мы читали про него. Немо. Точно, ребята, я думаю, что за рыбка? Это же, помнишь, мультик про Немо был?
Похож на него, да? Смотри. Максимальный размер 8,5 сантиметров. Цена 30 долларов. Поймана 3 штучки. Эта рыбка живет рядом с актиниями. И если она чувствует угрозу, то прячется в цветок. Лови ее скорей. Да, ребята, на самом деле так оно и есть. Она именно вот с актиниями, этими водорослями плавает. Забираем с тобой металлолом. А для чего он вообще мне нужен? И пройдено у нас с тобой 13%. Слушай, тут очень много рыб будет. И это круто. Так, а что ты хочешь, котик? Вот бы съесть такую рыбку. 4 Немо. И я тебе дам, говорит, 720 копеечек. Ну, котик, ну, племяшка, а? Ну, жадюга. Ладно, так уж и быть. Эй, дружище, попадалась? Да попадалась мне. Так, валерьянка сегодня, новости океана. Погода отличная, волны приличные, хороший день, не хуже других. Пора на рыбалку. То есть у нас пока с тобой идет отличная неделька, да? То есть погодка шикарная. Блин, надо было мне, наверное, поймать Немо 4 штучки. Вот такое у меня задание. Ну, давай попробуем. Давай попробуем. Надо, конечно, было бы улучшить. Ну-ка, ловитесь. Опа, всех так. Быстренько схапал. Ой. Ну, давай поймаем. 130. Вот, ребята. Блин, а у меня нету этих. Я потратил. Так, две. Ну, три и еще одну. Почему-то... О, смотрите, ну как жирненький. Да ты его фиг пробьешь этим гарпунчиком. Гарпун-то слабый. Да бомби ты. Поймал, нет? Поймал, я поймал этот пузырь. Друзья мои, все отлично. Никуда он не денется. Хочу посмотреть, что это за рыба такая. И сколько она мне монеток принесет. Ага. Ты посмотри, какой шикарный улов. На 736 монеток у меня. Причем здесь две разные рыбы. Я думал, что это одинаковые. Думал, это раздувается просто. Нет. Это абсолютно разные рыбки, поэтому надо про них почитать информацию. Так, новости у нас какие-то. Привет, дружище. Сегодня я нашел нового друга. Он откуда-то издалека плавает по островам, предлагая детали и монеты. Мне нужны были детали для гарпуна, и он помог. Если доплывет до тебя, передавай привет. Так, а погодка у нас, как всегда, хороша. Как всегда хороша. Понимаешь? И я хочу забежать близко в дом и улучшить гарпун. Слушай, а что я буду улучшать гарпун, если я могу себе позволить купить новый? Ну, правда, он стоит 3000 монет. Ой, а у нас еще, наверное, лодка может. Ого. Скотиш Фолд позволяет доплыть до пещеры. Занимает третье место в списках рекомендованных котами-капитанами кораблей. Вот для чего нам нужны металлолом, друзья мои. Будем теперь знать. Ну что, улучшаем. Блин, не могу, не хватает. Не хватает у меня, понимаешь, кислорода. Ладно, ребят, пошел я ловить еще двух Немо. Мне нужно поймать до пещер, да, вот до сюда я смогу доплыть на новом своем корабле. Ну что, вперед, погода хорошая. Интересно, а если будет плохая погода, что тогда? Это как-то отразится на мне или нет? Ать! Да ладно, ты серьезно? Ну-ка, все на наживку. Вот так вот. Буду я еще с ними тут тютюкаться. Да зачем? Зачем? А вот они и Немо. Так, мы сейчас с тобой сделаем хитро. Вот так вот. Опачки. Ой, ты видел? Смотри. Ой-ой-ой-ой-ой. Ребят, я, по-моему, поймал новую рыбу. Еще новую рыбу поймал. Так, миссия, у меня же выполнена миссия. Зачем мне показывать, что ловите опять Немо? Не надо мне этого ничего. Все и так хорошо. Слушай, я там две, по-моему, новых рыбки поймал. Ну-ка, давай посмотрим. Мне не показалось. Нет, ребята, смотри. Вот это вот такая, знаешь, как быстро-быстро хотела. Она, когда сеточку я подтягивал, она хотела мой улов стырить. Это, наверное, и есть рыба-бабочка. Именно про нее нам тогда рассказывали. Сейчас проверим. Так, ну что, племяшка ждет нас. О, смотри, прибыл. Ты кто такой? Торговаться можно? Нужно, парень, нужно. Так, смотри, он мне дает за каждую детальку по 200 монет. Или же, наоборот, за 500 монет он мне дает одну детальку. Вот спекулянт, ты посмотри, а какой жук. Не слишком жирно ты хочешь? Видите ли, у меня он берет вот так вот за 400, да, монет.
Точнее, как это объяснить-то? Я ему продаю за 400 монет две детальки, а у него я, видите ли, одну должен покупать за 500 монет. Нет, парень, иди гуляй, Вася. Не сейчас. Давай, племяшка. Смотри-ка, он мне дал 720 монет. Никакого задания больше не хочет мне дать. Новости. Так, погодка отличная, все прекрасно. И мы с тобой должны накопить сколько? 3000 монет, насколько я помню. 3000 монет — это для того, чтобы купить себе новый, наверное, отличный гарпун. Поэтому я сразу побегу на рыбалку. Вот, понимаешь, хлебом меня не корми, рыбой меня не корми, дай порыбачить, и все. Смотри, мы с тобой 27% здесь выполнили. А это еще что такое? Ого, тут еще какие-то волны будут. А, тут есть спокойное, да, время и агрессивное время. Я понял. Иди сюда, ать. Поймал. Ну, ради этих рыбок-то по одной ловить, мне кажется, ну нет смысла, ребят. Так как-то себе дороже, мне кажется. Да чтоб тебя, нате вам. Все-все-все-все-все, идите. Лопухнулся я опять, как всегда. Ать, поймал медузу. Вон там, смотри, какая-то рыба плывет вдалеке, видишь? Давай так вот еще сделаем с тобой. Вот так вот. Всех под одну гребеночку. Не могу поймать. У гарпуна не хватает, да... Ой, смотри, камбала. Я, по-моему, поймал. Друзья, я, по-моему, поймал. Да, я успел ее урвать. И это должна быть камбала. Сколько я заработал? Покажите мне, пожалуйста. Ну, смотри, 467 монет. 3000 я уже накопил. То есть я смогу себе купить новый гарпун. И сразу иду сюда. Гарпун. Это был гарпун-кошка, а это у нас с тобой тройной гарпун. Выстреливает 3 гарпуна сразу. Малый радиус, высокий расход воздуха. Ага. Ничего себе расход воздуха, ребята. Ой-ой-ой-ой-ой. Блин. Ну, зато выкидывает сразу 3 гарпуна, ребят. Я даже не знаю, что и сделать, ребят. Может быть, этот лучше... Нет, давай все-таки купим. Новое достижение я получил. 500 опыта. Снаряжаем его. Ой, пожалею я об этом, наверное. Взял, как говорится, гарпун на свою голову. Что у нас там за новости? День хороший, да? Понял. У меня 6-й день. Маловат нынешний улов, пишут мне. Конечно, маловат. 32%. А когда, интересно, все выполним? Что будет? Давай посмотрим сейчас с тобой тройной гарпун. Так, я предлагаю сделать вот так вот наживочку вначале скинуть. Опа! Хе-хе. Ну как это будет? Ох, вот оно как. Ох, смотри! Ну! Да что же за рыба такая? Но новинка, ребят. Ага. Не поймал. К сожалению. Да чтоб тебе, ну. Ай, ребята. Профукал счастье. Блин. Ну ты сам видел, да? Она очень такая непробиваемая. Я, наверное, мало заработал, да? Всего лишь 260 монет. Нет, ребят, такой расклад меня не устраивает. Я пошел сразу еще на рыбалку. Мне надо баллон будет усилить. Именно кислородный. И я хочу поймать эту рыбу. Давай-ка вот так вот сделаем с собой наживочку сюда. Давай-давай-давай-давай. Все-все-все сюда приманю. Что я делаю? Угу. Где они? Так, медузы мне пока не нужны. Так. Потихоньку-потихоньку начинают, ребята, выплывать рыбки. Воу! В плане! Ух ты! Это что такое? Это что? Это что за бонусы, ребят? Ой, там какая-то злюка прискакала, ребят. Слушай, я поймал золотую рыбку, и она почему-то всех рыбок превратила. Да ладно, ты серьезно? Есть такая рыба? Сколько я получил? 3000 с лишним за рыбалку?
Так, день хороший, да? Я получил, ребята, новое достижение какое-то. Распорядок дня. Ты представляешь, я себе поймал какую-то офигенную рыбку золотую, которую вот что мне сделала, ребят. А баллон-то есть новый или нет? Или это нету, по-моему? Надо, наверное, копить все-таки уже на новую лодочку, мне кажется. Так, а что у нас по рыбкам здесь? Ага. А почему она не отмечается? Четвертушка. Это рыбка в форме треугольника. Похожа на дружелюбную рыбу-бабочку с маленьким ртом. $40 стоит. Поймана одна штучка у меня. И размер у нее 11 сантиметров. Акантурус. $80 стоит. Красивая темно-синяя рыбка. Очень подвижная, но не слишком сообразительная. Даже так? Не слишком сообразительная? А я бы не сказал так. Там слишком, ребят, много всяких рыбок. А почему-то не все отмечаются. Вперед на рыбалку. Я хочу поймать такую же золотую рыбку, ребят. Чтобы она исполняла мои мечты. А моя мечта — поймать как можно больше рыбок. Я думаю, ты со мной согласишься. Восьмой день. Штиль. У нас с тобой штиль здесь, понимаешь? Ой, смотри, 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 какой пухленький. Ловим. Ать, в плане. Вот, теперь поймал его. Шикарненько. Так, медузы. Что-то как-то вас не хочется сейчас ловить, вот если честно. Вот вообще не хочется. Смотри, смотри, там акула плывет. Так, вторая волна. Третья, ребята, вот тут показаны волны, видишь? А ну-ка, если я так вот сделаю. Опа! А эту не поймал. А почему я не поймал эту медузку, ребята? Иди сюда. Захотел от меня убежать, понимаешь ли? А! Ох ты, смотри, какая! Что это за рыбка такая, ребят, была? Поймал. Поймал. Вот он. Есть! Выловил. Вот эту еще. Да, хорошо, она мне бомбануло только, но я ее все-таки выцепил. Сколько заработали мы с тобой? Ну, тыщенку, друзья мои, мы приобрели. Плюс две новых рыбки, которых до этого не ловили. Что у нас тут? Как вы поживаете? Я торговец деталями. Мы встречались на вашем острове в тот прошлый визит. Уведомляю вас о том, что скоро снова поплыву мимо. У меня есть детали и монеты, которые могут пригодиться, торговец. Эй, как делишки? Мы с капитаном Бульдогом делаем аквариум. В нем будут восхитительные майи и золотые статуи. Говорят, у рыбаков аквариумы сейчас в моде. Ты не хочешь себе завести? Так, хороший день. А валерьянка сегодня — камни рыбки. Камни рыбки — редкий вид. Они появляются только в океанских пещерах. Остается загадкой, как им удается плавать с каменными телами. Действительно. И я должен это узнать. Я должен непременно узнать, ребята. А почему котик спит? А, через 2 минутки будет задание, понял. Слушай, а как мне, например, приобрести аквариум? Я, например, тоже хочу себе аквариум. Да-да. Хочу себе аквариум, потому что, ну, столько хороших рыбок всяких. И мне хочется, чтобы они у меня были в аквариуме. О, яблочная форель, оказывается, это. Рыбка, живущая на яблоке. Многие спорят, откуда берется яблоко. Действительно. Откуда берется яблоко, а? Ты не знаешь? Не знаешь. Потому что ты только спишь и рыбку ешь. А надо учиться, чтобы все знать. Все, ребят, я поплыл. Я поплыл. 41% у нас с тобой выполнено. И сейчас будем дальше ловить. Но первая волна меня как-то не особо интересует, если честно, да? Она, ну, неинтересная, скажем так. Мы лучше подождем вторую волну. А самый пик и цинус начинается с 3-4. Ну, по крайней мере, для меня сейчас, по моему кислородному баллону, если судить. Так, где? Медузки тут будут, да, на второй волне только? Только медузки. Я терплю, я жду. Я жду хорошей рыбы. Так, вот появились Немо. А вот и третья волна. Сейчас будет третья волна. Вот. Давай вот так вот сделаем с тобой. Опа. Что? Что не так опять? Нате наживку. Ага. Клюнули на мои уловки. Да как же так-то? Ой.
Эй-эй-эй, смотрите, 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 что происходит, ребят. Вот, всех я тут переловлю. Ух, елки, ты ж палки, ребят. Медуза, конечно, здесь все портит. Жалко, нету какого-то костюма у меня, да? Чтобы меня током не било. 621 монетка у меня заработана. Плохо. Это мало. О, слушай, ты опять? Ты опять сюда пришел, а? Сделку он хочет. Не хочу я с тобой торговаться. Так, смотри, он хочет съесть вот такую вот рыбку 5 литков и даст мне за это 600 монеток. Я племяннику отказать не могу, ребята. Поэтому пойдем с тобой ловить 5 литков. Что у нас тут можно улучшить? Гарпун. А гарпун, если я улучшу, что он нам не даст? А сколько стоит вот этот гарпун? Давай копить на следующий. Да? На следующий гарпун будем с тобой накапливать монетки. Тут у нас по новостям. Привет, дружище. Знаешь ли ты, что рыба даже одного вида могут быть самых разных размеров? Мне сегодня достался 31-сантиметровый бас. Представляешь, это новый рекорд. Они обычно где-то 28 сантиметров. И если поймаешь крупную рыбу, выстави ее на показ. Пусть это письмо принесет радость тому, кому достанется. Добрый рыбак с безымянного острова. Надо же. Так, погодка хорошая. Оу. В каждой области есть свои плотоядные рыбы, которые могут отнять ваш драгоценный улов. Избавляйтесь от них в первую очередь. Это хищники. Друзья мои, нас не зря предупреждают о хищниках. Скорее всего, они скоро у нас появятся. А может быть, они уже есть. И надо быть аккуратнее. Что у нас тут за шкаф, кстати? Я туда не заглядывал. Надо будет заглянуть в шкаф-то. Ну что, а, ребята, тут смотрите, можно еще открыть глубину. Понимаешь, мы сейчас с тобой на мелководье тут тусуемся. Так, это нам нужно 5 литков с тобой поймать. Поэтому делать это все легко, ребят. Вот так вот делаем. И вот так вот, хопс. Вот и все, и 5 литков мы с тобой сразу прихватили. Так, вторая волна, мы здесь с тобой стоим, терпим, ждем. Слушай, а для чего вот эта бомбочка, ты помнишь, она оглушает рыб. Кстати, я ей почему-то не пользуюсь, а надо пользоваться. Это против, наверное, крупных рыб. Скорее всего, да? Так, сейчас мы подождем, когда третья волна будет. А, тут медузы пойдут. Тут пойдут медузы. А, видишь, у нас радиус. Вот до сюда максимум мы можем с тобой стрелять. Ой! А ну-ка. Поймал. На-те-ка вам. А теперь ловим. Ай! Поймал. Все-таки вот эти медузы, ну невозможно, ребята, не попасть. Тем более с тройного гарпуна. Но я наловил рыбок. Не очень, конечно, много. Всего на 451 монетку. Ну, мне этого хватит. А самое главное, хватит моему племяшке, который с удовольствием мне даст 600 монеток. Что опять здесь? 1, 2, 16, 22, 28, 32, 36 и 42. Эти должны сработать по скрипту. Купи мне пару деталей, если выиграешь в лотерею, хорошо? О чем? О чем ты? Самое главное, что погода всегда хорошая. Вот это мне нравится, ребят. Погода просто шепчет. Я решил копить на гарпун. Что в шкафу? Ага, Бискот, основной персонаж, нет навыков. Этот котик уплыл со своим братом на необитаемый остров и поселился там. Сначала он рыбачил, чтобы прокормиться, но теперь его цель стать лучшим рыбаком в мире. Это, оказывается, не племянник, это, оказывается, наш брат. Брат-лодырь, понимаешь ли? Потому что я рыбачу, а он только принимает и ест рыбу. Нет, ну как сказать, где-то он деньги получает, потому что он может рассчитаться за улов. Смотри, тут очень-очень, ребята, много всяких интересных персонажей, причем со своими определенными навыками. А у меня пока навыков нету. А как интересно, вот купи. А, вот оно что. Корги стоит 1200 деталей. 1200. Так, самые дорогие стоят у нас 3200. Но у меня пока ничего нету. Я просто обычный пляжный котик, вот и все. Да? Да, ребята. Ну что, давай, наверное, с тобой на этой ноте закончим это видео. Если тебе понравилось, то пиши об этом в комментарии и можешь поставить лайкосик. А на этом закругляемся. Всем удачи
И до новых скорых видосиков. Пока-пока.